Вот. Доброго времени суток на канале Funny Mushroom School. Вот мы сейчас находимся у, получается, как технического директора отдела изготовления систем и механизмов для грибного производства и не только. Человек, как это называется, золотые руки. Вот перед нами аппарат, уникальная разработка для вакуумной запайки, для брикетирования, можно так сказать, сыпучих материалов. Ну, приблизительно сыпучие материалы, это вот каждый видел вот такие пакеты, в которых брикетируется вакуум, запечатывается кофе. Ну, вот приблизительно получается вот такое. Аппарат, то есть, работает автоматически, все на кнопочках. Есть, значит, что здесь есть? Регулируется... Время сварки, в зависимости от того материала, который будет, потом степень вакуума, значит, сам пуск здесь, и другой момент, когда после вакуума, это разгерметизация самой камеры, да, то есть пуск воздуха. Вот такой вот уникальный агрегат для брикетирования сыпучих продуктов. У нас здесь много есть интересных разработок, не только вот аппарат. Появилась одна такая идея. Разработка. Вот вашему вниманию аппарат на отправку для спаивания полиэтилена, этилена, пропилена. Шина здесь 60, да? Да. Довольно-таки известный аппарат. Много я о нем рассказывал у себя на канале. То есть по вопросам приобретения таких аппаратов можете обращаться. Значит, что отдельно? Отдельно появилась идея относительно таких аппаратов. То, что мы подумали, а где вот эта прищепка? Вот продемонстрируем вашему вниманию. Вот агрегат на ту же тему для спайки пакетов, только он, ну как сказать, вот такой вот мобильный агрегат. То есть его можно переносной, да? Мобильные клещи, да. То есть можно, не привязанное к какому-то месту, его можно пойти там, и где нужно, там то и запечатать. То есть если мешок уже насыпан или что-то там большое, довольно-таки удобные мероприятия. Здесь, ну вот такая ширина, сколько здесь для стандартного мешка? 500 миллиметров. 500 миллиметров. Теперь вот эта шина, она паяет полиэтилен, пропилен, это понятно. А вот мешки сахарные будет она паять или нет? Расплавит? Да, расплавит. Расплавит, и в зависимости от... А, есть здесь все опции настройки. В зависимости от плотности материала здесь можно отрегулировать и, значит, увеличивать время спайки, то есть для любых материалов. И еще одно, то есть... Встреча должна быть плодотворной, правильно? Еще одно изобретение, которое в процессе работы, вот появилась вот сегодня такая идея, что можно внедрить в жизнь. Вот смотрите, есть вот такой запайщик, есть вот такие мобильные клещи. Это два отдельных агрегата. Но, в принципе, если по желанию заказчика и есть необходимость в таких клещах, то можно сделать один этот агрегат, и к нему дополнительно будет разъем, когда можно будет подключать клещи к этому же агрегату, и будет получаться два в одном. То есть можно как стационарно делать саму спайку вот этим печатанием, так и можно подключить отдельно клещи, которые будут печатать в каком-то месте, где необходимо. И не нужно будет брать, потому что сам агрегат, вот видите, ручка и довольно-таки тяжелая вот эта штука, но эта штука позволяет колоссальное количество операций делать за короткое время. То есть это, я называю этот пулемет. Пулемет, который просто быстро очень. Профессиональный. Да, профессиональный спайщик, который колоссальное количество пакетов можно делать за короткое время. По вопросам контактов, заказов и всех нестандартного оборудования внизу в описании под видео есть контактные телефоны, email, Viber. И если вас что-то заинтересовало или есть какие-то желания сделать что-то нестандартное, оборудование для грибного производства, дозаторы или еще какие-то агрегаты, которые физически не существуют для покупки, но нужно сделать непосредственно под ваш заказ, то вы можете обращаться, и все это можно сделать.